относим, ставим дверь на ребро. Так, красиво. Как здесь тикеть? 160. Все? Сейчас, погоди, нище промерил. Там прям пузырилось. Тут 90. Верх не определен, на горячей работают, походу, все-таки все. Но при этом температура довольно разная. Вот у нижнего 140, у переднего. Какой? 12-го цилиндра под 170. В общем, цилиндры работают все, со смесью пока вопрос. Возможно, неравномерно немножко проехал. Третью доску. Давай, ты своей доской. Она встанет в упор, давай. Пропихни ее. Смотри, сейчас. Пропихни ее туда. Пропихни ее туда. Есть. Ну, 160-190 примерно, да? А еще в зависимости, первая звезда. Первая звезда лучше. Я уже все, я только взлетать. Вот постыки. Тяжелится, да? Да, то есть со второй, с третьей попытки вот он все больше, 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 знаешь, вот начинает раскачивать. Может, регулятор пиздит? Нет, я думаю, просто пока масло все это пробивает. Там масло 40 это, литров сейчас. Работают пойдет. Все, температура немножко разная. У нас на том также работал. Было. 40, а? У нас на том также было, 40 осталось после запуска. Ну, вначале он так не особо равномерно работал, потом просрался. А что ты хочешь, он холодный? Не понятно. Ну, есть холодный, поэтому здесь. Потом просрался. Он не просрался, он спрогрелся. Ну, и прогрелся. Плюс опять же на маленьких оборотах, на малом газу. По ребру насоса. Наверное, и вон, видишь, все вниз это скапывает, вот откуда на капоте. И вот, смотри, штуцер угловой, он, видишь, прикручен. Вон, ага. Здесь сопля. Вот здесь вот льет. Только что, на масло тоже подвезло? Смотри, да. Кому ПНОшки? Дальше он смазывает. Зачем? Не надо. Ну, какая температура? Заборник не течет, Юрий. Тогда не затянут. Ну, закрывай, в принципе, чтобы потеплее сохранить. Лёха, руки убирай. Помещается много сути, приготовил. Не, ну это по бензину. У нас вот, по-моему, впереди проходит. Да, это... А зачем так закрываешься, Денис? Просто в колец, директора, 200 градусов. Сейчас они через полчаса будут нормально. Нет, вы смотрели, что там дымит-то? Нормально. Это шкал мало, ясно. Жив. Что, сынышки подкапывают? Сынышки, вот смотри. Вообще дымит-то оно все, оно же все в масле было изначально. Пока оно не прогорит, оно будет вонять. Нет, там мотор был. Вот обгорит. Стойку обосрали, свежекрашенную. Кстати, нет, масло. Тоже всего обосрали. На самом деле немного. Никаких ключей таких нет, прям тут струей раздувало. Очень хорошо. Снимай, Андрюха. Все фиксирую. Правильно. А, ящик открылся. Андрюх,
какой-то ящиком он был. На закрытом не был. Не был он закрыт. Он просто... Что, течи нету? Нет, течи нету. Ну, отлично. Все хорошо, по всем узлам, по топливному манометру, так давление топлива показывало адекватно. Шеф, может, на месте? Самое главное, вот это. А что это? Видишь, по фланцу, в принципе. И мокренько, конечно, да? Печенька тут нету. Но оно в систему пошло, конечно. Кому там масло налить?